президента Российской Федерации и государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени и ордена почета за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность, лауреат премии «Балтийская звезда» в номинации «Память» Алексей Герман. Для получения премии приглашается киносценарист, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии СССР Светлана Игоревна Кармалина. Нагрудный знак лауреата получает Владимир Владимирович Кириллов. Диплом лауреата премии получает главный редактор издательского журнала «Звезда» Яков Аркадьевич Гордин. Сертификат премии вручает заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра, старший вице-президент банка ВТБ Юрий Анатольевич Левченко. Фотография на память по нашей хорошей традиции. Вообще, когда вручение происходит, и ты один из последних, или один из последних, всегда существуют люди, которые для тебя уже все сказали, собственно говоря. И что же дальше делать? Вот все, что я хотела сказать, до меня сказала Ирина. Потому что я смотрела фотографии тех людей, которые получили эту премию. И с каждой новой фотографией все больше и больше понимала, что Алешечка попал в свою компанию. Это люди, которых он безусловно уважал, которые к нему относились, очень много знакомых, которые и к нему относились, прямо скажем, неплохо. Фестивали, премии, казалось бы, подумаешь. Но если бы не было премии и если бы не было фестивалей, то, во-первых, как бы мы знали о том, что происходит в достаточно разобщенном мире? Они помогают двигаться, конечно, искусству и, конечно, литературе. В свою очередь, искусство и литература, если они развиваются, если они не уничтожаются, самоуничтожаются или уничтожаются под действием каких-то иных сил, они являются основой развития культуры. А дальше существует культура, существуем мы, люди, существует человечество. Так кажется. Спасибо, Светлана Игоревна.